Начнем последние два блока первого кейса. Вот они. Коробочка, пусть кто-то стоит ради картинки. Так. Кейс. Заканчиваем. Блок номер один этого видео. Не было еще. Не была еще одна буква только. Возможно, будет вторая. Если будет, это будет буква с матча звезд. Ну, от чистого золота я бы тоже не отказался. Так. Начнем открывать. Последние пакетики. Так, поехали. Смотрим карты. Секундочку. Так, первая карта. Это Якоб Подкрадский, Петр Подкрадский, Донбасс, Донецк. Далее идет джерси матча звезд Ильи Горохова, Динамо Москва. Следующая карта. Автограф Артур Скулда, Сибирь, Новосибирск. Без границ Тревор Гиллис. Это у нас Витязь. Дебютант Александр Хохлачев, Спартак Москва. Далее идет вратарь Антон Худобин, Атлант. Джерси матча звезд золотая Илья Ковальчук, очередной СКА Санкт-Петербург. Никита Трямкин, автомобилист-новичок. КХЛ «Без границ» Салават Юлаев, Мирослав Блатик. «Динамо Москва» Александр Еременко, ключевые игроки. Автограф Ян Булис, трактор. Следующая карта «Металлург Магнитогорск» Николай Кулемин. Двухцветная джерси с такими интересно торчащими нитками с краю. Далее Ари Аханин, Металлург Магнитогорск, также вратарь. Еще один вратарь Максим Соколов, нефтехимик. Далее идет Сдена Хара.
Александр Шевченко в «Динамо Москва». Джерси матча звезд Деранкуит. Трактор Челябинск. Карирама «Авангард» КХЛ «Без границ». Автограф Артема Чернова «Торпедо Нижний Новгород». Новичок из Югры Иван Яценко. Это у нас Филипп Новак, джерси с автографом финальной серии. Ну, в финальной серии «Динамо» пока преобладает над «Авангардом». Сергей Борисов, «Спартак», ключевые игроки. Джерси Андрея Маркова, атрибуты игры «Витязь». Последние две карты – это вратарь Томаш Пёперле, Лев Прага. Последняя карта – Михаил Варнаков, «Торпедо Нижний Новгород», ключевые игроки. Ну, опять блок не обошелся без Джерси Ковальчука. Так, и последний блок этого кейса будет и вторая буква. Сейчас узнаем. И последние два пакета. И приступим к просмотру карточек последнего блока первого кейса. Так. Начинаем. Первая карта. Это у нас КХЛ «Без границ» Микаэль Телквист из «Динамо Рига». Далее идут две карточки матча звезд. Первая серебряная версия Якуб Петружалик «Амур». И вторая карточка. Золотая версия трактор Челябинск Евгений Кузнецов. Обе двухцветные. Белые с небольшим вкраплением синего цвета. Далее идет вратарь Георгий Гелашвили Металлург Магнитогорск. Джерси Слована Любомир Вишневский. Двухцветная джерси. Кусок эмблемы тут, судя по всему, или это номер, сложно сказать. Далее идет вратарь Евгений Лобанов, автомобилист. Новичок из ЦСКА Роман Любимов. И, наконец-то, на улице «Авангарда» праздник. Карирама, джерси с автографом. Отличный трехцветный кусок джерси.
Это финальная серия Авангард. Следующая карточка. Константин Барулин, Акбарс, вратарь. Автограф игрока СКА Юрия Александрова. Слован, КХЛ «Без границ» Джонатан Сигалет. Джерси матча звезд Сергей Широков. Одноцветная серебряная джерси. Команда ЦСКА. Дебютант Роман Рукавишников, Атлант. Максим Соколов, нефтехимик, вратарь. Эрик Эсберг, Донбасс, вратарь. КХЛ «Без границ» Миркамяенпе, ЦСКА. Автограф Сергей Гончар, Металлург Магнитогорск. Ну, наконец-то пошли звезды Металлурга. То все Кулемин был в основном, который, ну, не совсем Гончар с Малкиным. Виталий Еремеев, Борис вратарь. Максим Пестушка, отличный кусок джерси, нефтехимик Нижнекамск. Сергей Мурыгин, вратарь Амур. Новичок из Авангарда Евгений Мозер. Ира Тарки, Салават Юлаев, вратарь. Это у нас Мирослав Блатяк, Салават Юлаев, «Без границ». Ян Булис, трактор, автограф. И последняя карточка. Карточка дебютанта из Льва Якуба Крейчика. Так, вот такой кейс получился. Скоро будет статистика по командам по этому кейсу. И через пару часов начнем открывать второй кейс. Пока всем спасибо. До свидания.